В ночь на среду во дворе на маршала Говорова горели автомобили. Вероятно, причиной возгорания правоохранители считают поджог. Сгоревшие автомобили в Одессе – не редкость. Чаще всего горят скромные авто общественных активистов. На этот раз ситуация нестандартная. Сгорела машина экс-прокурора области. По информации Главного управления национальной полиции, виной всему – умышленный поджог. Произошло это около 2 часов ночи на улице маршала Говорова, где во дворе многоэтажного жилого дома были припаркованы авто. Установлено, что первым загорелся внедорожник «Вольво». Его обладатель – 73-летний житель Одессы, бывший крупный чиновник Максим Вихарь. Не повезло и двум соседним иномаркам – «Мерседесу» и «БМВ», на которые перекинулся огонь. Их владельцы устанавливаются. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сведения по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и личности злоумышленников. Не очень удачливая и прокурорская «Вольво». По данным издания «Униан», в прошлом году иномарку, на которой ездил тогда еще действующий прокурор, ограбили.